Теперь мы возвращаемся завершать начатое. Через Форли нам нужно вернуться обратно в Лоренцию. Там все и завершится. Что там кто-то хочет прибрать к рукам власть, а мы родом оттуда. Я думаю, что все завершится во Флоренции. В общем, самое основное мы сделали. Мы взяли легендарные доспехи Альтаира. Мы разгадали истину с Адамом и Евой. Но нам еще должны объяснить точно, как это в игре задумывалось. Да, это я свои догадки вам сказала, то, что я увидела. То, можно сказать, я ничего не увидела. Так вот, мимолетная реакция на происходящее, то я вам озвучила. Что ты здесь делаешь? Убирайся! Вообще, Адам и Ева — это идея. То, как человек, который жил в гармонии... змея — это мысль, которая закралась в ум человека. То есть до этого он просто гармонично жил и не думал о том, что нужно что-то улучшать или, как вам объяснить, разбирать, как оно то есть. У него внутреннее было знание всего. Ему не нужно было копаться и разбирать дерево или ломать его для того, чтобы узнать, что с ним произойдет, погибнет ли оно. Вот эти мысли, это и есть змея. То есть дьявол, он в уме человеческом. Это в переносном смысле. Как... Я примерно это сейчас понимаю. Скорее всего, так. Как каждого человеческий ум может свою фантазию нарисовать, да? Как оно было, точно. Поэтому вот даже я, сколько бы вы не открывали для себя чего-то неизведанного по кусочку... В результате появляются люди извне, которые, кажется, что вам глаголят истину, но это все, что вне, это не истина. Истина, она внутри, поэтому все дозволено. Мухи питают над фонарем. То есть, как бы вы не верили людям, которые очень убедительно изъясняются в своей вере, в своей позиции, то есть очень убедительно, и результат на их опыте налицо, то есть так оно и есть. Ну, как я уже говорила, вы к себе этот опыт применить не можете, потому что даже самый совершенный способ, который будет казаться из 199 удаваться, обязательно найдется индивидуальный человек, который просто это не подействует, поэтому нужно всегда идти своим путем. Это... помогает вот эти вот люди, знающие свои методики, на лекциях рассказывающие, они могут помочь только на начальном этапе. Люди, которые вообще, вот они прожили 40 лет и вообще ни разу такими вещами не интересовались. Жили в забытье, в своих программах поесть, поспать, как оно должно быть. Вот он есть список, все так живут, значит это правильно. То есть человек не выходил никогда за рамки общепринятого, никогда не задумывался, а как действительно я думаю? А я ведь так не думаю. На самом деле, я несчастлив от того, как живут все. Я хочу жить по-другому. Ну, естественно, не во вред кому-либо. Я всегда делаю поправку. Живи как хочешь, главное, не во вред кому-либо. Другое дело, что вы можете задеть чьё-то эго, это не во вред кому-либо. Это проблема человека лично. То есть оскорблять, конечно, это другое. Это ваша проблема. То есть вы не имеете права оскорблять кого-то. Потому что это ваша личная проблема, если вас что-то не устраивает в чужой жизни. Но мы говорили, кстати, в Assassin's Creed, да, во второй части на эту тему, там прям целая серия есть. Я на ходу просто собираю свои мысли, и справа-слева... Очень сложно, да, сфокусироваться на внимании, потому что везде мне кричат, уходи, я вот сбиваюсь. Летит быстрее ветра! Поэтому меня это напрягает, конечно. Лучше так вот просто спокойно разговаривать, останавливать на паузу, и если уж разводить какую-то тему, да. Что реально это напрягает. Сейчас не хочу повторяться.
сто раз. Еще много времени займет. Какое мастерство! Наконец-то. Ну, в общем, все. Сваливаем отсюда, да, принять. Через Форли мы можем только вернуться. Нам нужно отправиться обратно во Флоренцию. Так, нам нужно... Почему до сих пор мелькает это воспоминание, когда я его уже активировала? Мы, типа, должны его выполнить, завершить, типа... Я не сделала то, что от нас требовалось. Нам нужно, этой конструкции Леонардо бить на лету этих охранников. То есть, тогда нам зачтется, так что ли? Или как? Но это не хочется. Ну, в общем, много я заданий здесь выполняла в самом начале, да, чтобы посмотреть, что это такое. Но реально это просто, ну, не знаю, много однотипных заданий, их нужно делать, ну, не знаю, без камеры. Очень много времени просто уходит, нереально много. Даже вот если просто потратить тупо целый день, записываясь... выгрузить в интернет недолго. Дольше это все дело выводить из программы. Убийца! Не подходи! Чего? Значит, друзей. Подождем немножко. Что-то он там сказал. Какую-то речь хотел толкнуть умную. Что спуталось у него вместе с вином. Мы даже что-то услышали. О наболевшем. Ну, это самый... такой чувак, который отдался бутылке с вином. Мне понравился тот, который пел о Соле Мио. Действительно, у него душа просто внутри поет. А он внешне весь такой напряженный. Все, что-то нужно. Внутри душа-то поет. Хочется свободы, хочется Соле Мио петь. А вы говорите, что человек раб Божий. Что он должен всю свою жизнь пахать на кого-то. Он создан для удовольствия. И даже если он трудится, он опять же... это будет делать для того, чтобы создавать свою жизнь для удовольствия. То есть он потрудится, а потом будет пожинать плоды своего удовольствия. Ему будет приятно устать, а потом приятно отдохнуть. То есть это совершенно разное восприятие того, что от нас хотят и что хочет душа человеческая. Не то, что навязано, ты кому-то будешь строгать гаечки-болтики. Тебе это вообще нахер не нужно. Ты положишь всю свою жизнь, всё своё здоровье. Там копейки, которые ты заработал, будешь тратить на лечение, да? Потому что тело будет напряжено, когда есть стресс. И напряжение создает болезни. Расшатанная нервная система тоже создает болезни. Все, короче, связано с внутренними переживаниями и с напряжением. Так, нам нужно вернуться во Флоренцию. Так, да вот не знаю, откуда нам начать. Я помню, что вот здесь, внизу, у нас было очень много целей. Давайте туда переместимся. Ну, если говорить о мужской и женской энергии, там, конечно, разные задачи от того, что человека делать счастливым. Ну и человек каждый индивидуален, да? То есть мужчина, он, ну, приятно преодолевает трудности. Именно если он хочет развиваться. Если он хочет просто блаженствовать, это совсем другое дело, то он так развиваться не будет, он будет просто блаженствовать. И, скорее всего, будет застой в развитии. Он будет себя уважать, когда мужчину уважают, он... это ему придает сил очень много.
То есть это для него очень значимо. Женщине важно, чтобы ей восхищались. То есть она создана для гармонии, для красоты, для нежности. Для того, чтобы эту нежность отдавать. То есть она создание, которое постоянно изменчиво. И если ей не говорить о том, что она самое прекрасное создание, то есть... Но она еще и внутренне наполняется, она эту энергию отдает, она созидательной энергией обладает. То есть все взаимосвязано. И женщина развивается, когда интересуется духовными вещами, но не только, конечно, этим. Ну и... Любовь к себе очень сильно развивает женщину. То есть, если она себя любит, ну, как и любой человек, если себя любит, он может подарить эту любовь. Если человек себя не любит, то если вы не можете себя принять, вы живете в своем теле, вы не можете себя принять. Другие люди со стороны вас видят, и они не живут в вашем теле. Им вообще непонятно, как можно быть вами. Поэтому это понятно, что они не могут вас принять. Вы-то себя принять не можете. Вот вы себя принимаете, вы прекрасно себя чувствуете. И эти ощущения вы думаете, вот. Вот я себя люблю, вы смотрите в зеркало и восхищаетесь собой, да-да? И люди со стороны это чувствуют. А когда вы испытываете к себе омерзение, как вы не можете принять свое тело, свой внутренний мир, как другие люди будут вас любить? Со мной на эту тему спорили некоторые люди. Ну, потому что каждый имеет право на свое мнение. Но вот я просто развернуто объясняю, как это все выглядит. Поэтому говорят, что любовь начинается с себя. С внутреннего мира. Так, а мы с вами продолжаем. Тык. По проводам. Так, еще одна цель. Здесь никто не пройдет. Слышите меня? Этот мост будет закрыт для вас до тех пор, пока вы все не покоритесь пророку Савонаролле. Жди. Убить кондотьера, охраняющего Понтепекья. Так, рядышком с копьем. Ваши стоны и жалобы. Вы говорите, у вас дела. Опять инкогнито? Я не хочу. Инкогнито мне надоело. У вас только одно обязательство. Покориться. Слезай немедленно. Зачем драться? Зачем сопротивляться? Город наш, а ваши драгоценные Медичи вас бросили. Они сбежали, спасая свои шкуры. Савонарола желает вам только... Я больше не видел. Зачем этот капюшон? Что он скрывает? Блин, как так получилось, что ты меня сбросил? Не волнуйся, ему конец. А сейчас... Он поскользнется! Так, я его убила, выбросила за ограду. Ты одет как дворянин. Как Савонаролле удалось околдовать тебя? Богатства и власти никогда не бывает достаточно. Я хотел... Почему-то некоторые из них прямо реально правду говорят, что внутри, что они все скрывают, что они скрывают от людей свои мысли, что даже сами себе, в чем сами себе боятся признаться. Вот это вот реально интересно слушать. Блин. Так. Я не могла даже спрыгнуть из-за того, что они меня дубасили.
Вроде бы сиганул бы вниз, да и все. Терпеть! Дождитесь удобного момента и нанесите удар! Свидетели есть? Ложись! Так, нам нужно скрыться. Чтобы нас никто не видел, я нырнула под воду. Все, мы улизнули. Так, мы, значит, делаем свое дело. Зачем я там этих охранников всех перебила? Облегчил задачу. Еще вот напорность-то, как это все делала. 9 лейтенантов. Ну что, из них 9 лейтенантов. Еще 4 штуки. Так, некоторые действительно сложны были воспитания, чтобы их убить. Так, с этой стороны нету. Вот ближайшая цель. Около какого-то большущего здания. Хорошо, что здесь не нужно было это делать инкогнито. Да все уже нас знают. Пофигу, все равно тут везде усиленная охрана. Везде все пасут. Везде глаза, уши. Тут уже так незаметно не подойдешь, если не замаскируешься конкретно. Под простых людей, которые пришли послушать. Не хочу, куда это ты собрался? Как долго ты можешь бежать, а? А ты? Я долго. Мой ответ. Тебя не устроил? Ты давно выдохнешься, пока бежишь за мной. Вот мы сбежали. Внимание! В течение следующих двух недель... Так, активируем задание. Не мешай нам! Флоренция поражена болезнью, и наш долг исцелить ее! Как? Заставляя людей подчиняться воле безумца? Неразумно. Нам за ним бежать, что ли, нужно будет? Догнать? Да, но мы это исправим. Нет, ты не убьешь меня! Савонарол узнает о твоем предательстве! Он же давно знает. Стража! Стража! Он давно знает. Вперед и вверх, догнать дворянина, заставить его замолчать, прежде чем он доберется до Савонарола. Ну, я так поняла, что он просто без палева тут на крыше устроился, как глашатая. А, он по крыше бежит. Нужно наверх подняться. Там не очень удобно было. Чего он там хочет все время, не понимаю. Все брызги. Кто с кем дерется? Блин, какой у него маршрут зажопистый. Его догнать надо. И бежать надо тем же путем, что и он, иначе... Доцепись. Блин. Где он? Ты чё это, говнюка? Спрыгнул.
Блин, да почему он в другую сторону побежал? Насколько тебя хватит, каналья? Ну все, прыгай туда-сюда. Мы его задели, да? Мы все успели сделать? Да. Я сам жертва. Я не виноват. А он свалился. Нет, ты сделал свой выбор. Он заколдовал меня этой штукой. Лишь потому, что ты ему позволил. Я делал. Ну, воля не у всех народа. Такая сильная, как у Эдса, если уж на то пошло, да? Посмотрите, как люди поддаются рекламе зубной пасты. Чё ж вы хотите от человека, на который использовали артефакт? Так что, ну тут, знаете, спорный вопрос, действительно ли он сделал свой выбор. Люди из-за страха делают этот выбор. И ваши родители делают из-за страха этот выбор. И чё тогда? Их убивать за это? Они живут в своем иллюзорном мире и счастливы там. В этой иллюзии. Ну, пока, действительно, пока их не души спят. Все мы в системе. Живем, блин. Ну, как я его смачно уронила. Даже духовные деятели также подвержены своему уму. Ум коварная технология. Ваш мозг. Коварная программа. Управление вами. Понятно, кто кем управляет. Вы мозгом или мозг вами? Не знаю, о чем он думает. Должно быть о чем-то важном. Назад, тварь! На помощь! Это убийца! Ты спер что-то и кричишь тут во все горло. Что ты что-то спер. Дайте сориентироваться, куда мы идем. Вот, поблизости вот эта вот цель у нас. Значит, мы сюда идем. Ага, самое ближайшее. Нам осталось еще троих вырубить. Помогаем им в злых деяниях. Главному герою нашему. Вообще, на самом деле, очень люблю свое хобби, это искренне прямо. Подходите, друзья! Сегодня у меня свежий. Обидно иногда бывает то, что мне действительно не хватает времени на это все. Omnipotens Deus. Rex Regum et Omnia. Священника тоже одурманили. Незаметно забраться с собора, столкнуть священника с возвышения. Это по нашей части. Мы, кстати, уже взбирались на этот собор. Наверное, нам нужно как-то оттолкнуться. Отсюда сможешь зацепиться? Может, все-таки сможешь? Нет. Блин. Как так получилось-то? Блин, ну почему ты не цепляешься? Пусть лучше ведь... Зачем этот капюшон? Что он скрывает? Думаешь, ты сможешь? Здесь, наверное, все-таки. Убегает! Быстрее! А, меня обнаружили. Ну, я выбежала на площадь. Почему-то не рассчитала. Ну, вообще, он должен был перепрыгнуть на другую сторону, но я немножечко дальше это сделала, поэтому не рассчитала расстояние. Понятно. Ну, в общем, не очень сложное задание. Самое сложное это было убить торговца для меня, потому что со всех сторон оккупировали этими... охранниками, да? Ну, в плане том, что ладно, если уже я придумала способ
как их всех. А, там, да? Ладно, не будем палиться. Там везде часовые, десинхронизация и все. Давай ускоримся с тобой. Ты можешь быстрее ползти? Вообще, наверное, утяжеляет эта одежда лазить по карнизу, учитывая, что она и без перчаток. Ой, ой. И без перчаток это делает. И этот плащ может мешаться, и вот эта вот булава его утяжеляет, перемещение. Десинхронизация. Не хочу сбрасывать задания. Их очень много, и это долго все. Нафиг. Притомили меня. Со своими слезай. Omnipotens Deus, Rex Regum, et omnium gubernator. Ну, ничего-то подняться не можешь. Кто-то что-то там ворчит. Мы же разбирались на это задание. Блин, почему он иногда просто сам не может вниз спуститься? Обязательно нужно на Shift, да, спрыгивать. Вот что меня напрягает. Так можно и пропасть. Репримеорум супербиам, минуе малитиам, диссипа илорум махинатиones et астутиас, ут нос туиса. Об омнибус перикулис, ад глорификандум те, qui es unicus victorie largitor. Propter merita unigeniti filii, tui domini nostri, Jesu. Можно было сбросить, думал, можно было убить. Что он проповедует слово Божье? Если бы я с другой стороны залезла, можно было бы сбросить. Я увел свою паству с пути истинного. А я ведь так хотел поверить. Как и мы все. Я завершу дело своего отца. Покойся с миром. Если она на самом деле тоже верит в свою истину, даже если им навязали истину, это тоже, как вам сказать, истина. Нет, нет. У меня было сохранение. Я не знаю. Нет, наверное, мне нужно было скрыться. То есть Эцио тоже нарушает, так скажем, свой же закон. Мы его убили, нет? Да, мы его убили. Сохранилось. Аллилуйя. То есть, видите, как много микромиров, о чем я говорю. То есть, мы сейчас говорим, например, черное и белое. Истинно все дозволенное. А, есть люди, которые повлияли на ихнюю истину, да, скажем, на ихнюю волю. Но он говорит, что ты сделал свой выбор. То есть видите, как все неоднозначно. То есть получается, пусть даже это иллюзорный выбор, но типа это их не выбор. И этот выбор, мы можем сказать, что он неправильный, потому что он не исходился от самого человека. Но все-таки это чья-то истина. Понимаете, о чем я говорю? То есть получается, что видите, везде не все так однозначно, поэтому каждый сам создает свой мир. Ну, вообще неправильно, да, влиять на волю другого человека.
Рано или поздно это вернется к вам. Может быть, вернется тогда, когда вы будете чувствовать, что вы на коне. А это будет самое ужасное, что ваша жизнь вернется. То, что вы сделали, когда вы забудете об этом. Энергия, она настолько разумна, что делает вас живыми, что вы дышите и чувствуете жизнь. Она не позволит быть только, чтобы сделать так, чтобы только вам было хорошо. Она любит, эта энергия любит всех людей одинаково. Это вы можете думать, что это добро, это зло. Там у этой энергии нету разделения, если мы говорим о Вселенной, да? То есть это обязательно найдет баланс. И, возможно, не в вашу пользу, скорее всего, если вы злоупотребляете чем-то. Вот я к чему. По барабану. Что ты там сказал? Следить за полями, что ты там квакнул? Чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело. Однако оно очень важное. Мы пока не поняли, почему насеновали. Что сено очень важно. Ведь фермера не привлекая внимания. Не привлекая внимания, я вообще не люблю эту тему. Их поле будет сломлено. И не придется. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужна сена. Наемник? Это новый способ знакомиться. Еще один чужак. Кокосангу. Этот плащ. Это он момент. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Я синхронизация. Все, я поняла. Все, свалить в туман, поняла я. Получи булыжником по башке. Как получилось так, что мы в прошлый раз незаметно вырубили его с крыши? У нас такой прекрасный полет был. Орла. Полет. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужна сена. Я слышу, как вы говорите. Наверное, вы думаете, что это... Может, еще какой-то здесь есть? Времени. А на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Вы не верите мне. Хорошо, я все объясню. Сеном питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот так что этот позволяет палит нашей экономике процветать. А ведь еще есть домашний скот. Коровы и овцы, они ведь тоже едят сено. И как вы знаете, они дают нам много жизненно необходимых вещей. И шерсть, и мясо, и молоко. Теперь вы понимаете, почему сено не должно достаться. Нас спалили, черт возьми! Добрый голос. Да нет, там глазастые. Если лишить их самого важного ресурса, их поле будет сломлено. Он здесь. Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого... Иди сюда, карлик. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле от этого сена зависит вся наша жизнь. Так. Вы не верите мне. Надо до того.
охранника добраться. Очень близко, очень удобно через стену убивать. На них мы возим товары в другие города, чтобы продавать. Вот что позволяет нашей экономике процветать. А ведь еще есть домашний скот. Коровы и овцы, они ведь тоже едят сено. И как вы знаете, они дают нам много жизненно необходимых вещей. И шерсть, и мясо, и молоко. Теперь вы понимаете, почему сено не должно достаться... Почему десинхронизация меня? Кто спалил, черт возьми? Кто меня спалил? Самое удобное место было. Это по барабану сломанные доспехи. Блин, только с этой стороны пускают ведь, а? Многие уже покорились. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, что это напрасная трата времени. А на самом деле от этого сена зависит вся... И теперь уже давайте сделаем так. Вы не верите мне. Хорошо, я все объясню. Сеном питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города. Сейчас он придет. Они когда за угол заходят, здесь еще охрана тусуется, которая нас палит. Я думаю, что дымовая шишка нам поможет. Коровы и овцы, они ведь тоже едят сено. И как вы знаете, они дают нам много жизненно необходимых вещей. И шерсть, и мясо, и молоко. Да блин, почему он не хотел его убивать, тупица? Ты был готов уморить людей голодом. И из-за чего? Я слишком долго терпел унижение. Меня называли со спины только он убивает с помощью этого кинжала. Мне всегда хотелось уважения. От меня ты уважения не добьешься. Переход в другой мир мучителен. Но потом ты обретешь покой. Покойся с миром. Уважение хотел. То есть уважение даже сильнее, чем страх смерти. Желание уважения. Насиновали, задание выполнено. Еще последний лейтенант остался. Так, мы инкогнито.